конечно, мы не хотим только стать транзитной страной, а также мы хотим стать торговым центром, производственным центром и логистическим центром для китайских компаний. Для этого в Азербайджане созданы все благоприятные условия для китайских инвесторов. Китайские инвесторы освобождены от налогов до 7 лет в индустриальных парках или же технологическом парке Азербайджана.